Привет, друзья! З вами Тарас Юрист на моєму каналі. В этом видеоролике я хочу з вами поговорити о призыве, О том, що 24 февраля 2021 року наш президент підписав указ. Указ президента України про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на Строкову військову службу. У 2021 уроке. но прежде чем перейти к моему повествованию друзья хочу напомнить вам о том что у меня есть телеграм-канал на своем телеграм-канале я делюсь видеороликами а также другой полезной информации в текстовом формате ссылочка на мой телеграм-канал будет в описании переходите буду рад вас там видеть теперь друзья самым интересным когда же начнется призыв кстати ссылочку на указ оставлю обязательно в описании сможете перейти посмотреть и ознакомиться в полном объеме. Когда же начнется призыв? То есть, призыв начнется с 1 квитня, это значит с 1 апреля. С 1 апреля будет май, июнь. Вот эти три месяца с 1 апреля до конца июня 2021 года. То есть вот эти три месяца будут активно отлавливать всех нежелающих служить в нашей армии. Хочу заметить, что действия по отлову я, конечно, считаю их незаконными, потому что по факту, естественно, сотрудники того же военкомата не имеют права кого-то лишать свободы, кого-то физически куда-то доставлять, применять физическую силу, удерживать, фактически применяя пытки. Это, я считаю, неправильно и это незаконно. Это идет в разрез со всеми нашими законами, с уголовным кодексом, с уголовно-процессуальным. Но поскольку у сотрудников военкомата нету такой возможности как-то законным образом вызвать человека там прислать ему повестку на них никто не ходит не реагирует позвонить это ни на что не влияет поэтому прошлые годы они занимались отловом отловом призывников это в основном происходило все у нас в центре города там где привоз там где жд вокзал там где приезжие подходили ребята представляли сотрудниками военкомата и забирали некоторых молодых людей, естественно, призывного возраста, того, чтобы их там в военкомат доставить, удерживать и не отпускать. Вот такая вот была ситуация. Что будет в этом 21 году? Естественно, я пока не знаю, насколько они там будут жестко, не жестко действовать с призывниками. Но вы все друзья мои должны понимать одну простую вещь. Начиная, повторюсь специально для того, чтобы вы запомнили, с 1 апреля, заканчивая Концом июня, последним днем июня, будет призыв. Именно в этот период вас могут призвать и отправить послужить. В другой какой-то период такого сделать не могут, потому что нет призыва, фактически нет возможности вас куда-то там отправить без вашего желания. Второй же этап призыва будет с 1 октября по конец года, по декабрь месяц. То есть в те месяцы тоже будут отлавливать, скорее всего, призывников. И те, кто не хотят служить, будут, естественно, как всегда у нас прятаться. Почему люди прячутся? Хотя у нас считается одной из самых лучших армий в мире. Или в Европе, я не помню. Прошлый президент что-то об этом, кажется, говорил или я ошибаюсь. Но подготовка, скажем так, к призыву будет уже с 1 марта начнут вас дергать, вызывать. И с 1 сентября, соответственно, то есть за месяц уже начнут вручать какие-то, пытаться повестки, вызывать, звонить, дергать, скажем так, ну пытаться найти их, тех людей, которые хотят добровольно отдать долг Родине. Хочу заметить, что наш президент обещает, что никого из тех, кого призовут, добровольно, либо добровольно принудительно не будут отправлять туда, на Донбасс, участвовать в каких-то боевых действиях. Призывников это, естественно, не коснется. Кроме того, наш президент еще заявил о том, что у нас идет политика на то, чтобы количество вообще срочных служащих, тех, кто призываются, скажем так, по неволе, уменьшалось. На сегодняшний год, 21 должно быть соответствие 85 к 15%. То есть только 15% должно быть тех людей из общего числа, которые должны служить, по неволе, скажем так. Далее, минуточку внимания, кому же будут давать отсрочку? Это, естественно, классически. Тем людям, которые проходят учебу в учебных заведениях, высших учебных заведениях. Надо будет взять справочку, отнести в военкомат, что вы там учитесь, и на этом все. Никто вас никуда там насильно тянуть не будет. Відповідно до да мог закону Украины на предлагают призову, та вид строчка для вас освіти На весь період навчання громадянам призивного віку, які навчаються у закладах загальної середньої освіти 3 ступеня та професійно-технічних освіти з денною формою навчання. У закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання серед іншої під час здобуття початкового рівня. Короткого циклу та першого бакалавського рівня вищої освіти за програмою ступеневої системи освіти у закладах фахової передвищої та або вищої освіти з денною формою навчання серед іншого під час здобуття наступного ступеню освіти. У закладах средняя або высшие духовные свиты с данной формой навчания, В интернатуре, аспирантуре, або докторантуре с видоривом, або без в вид виробництва. Кроме того, друзья, естественно, понятно, что будет предоставлена отсрочка тем гражданам призывного возраста, которые просто по состоянию здоровья фактически не могут служить. То есть проводится комиссия, определяется, что человек какие-то у него есть там болезни, патологии не дай бог, и он, естественно, может не служить. Есть те, кто там на постоянно освобождаются, есть те, кто постоянно должны проходить вот эту комиссию каждый год, то есть подтверждать, что у них есть там какая-то болезнь. То есть это значит, что они не излечились фактически от болезни. То есть теперь, друзья, кабинет министров должен определить то точное количество людей, которое необходимо будет призвать. То есть Указ президента есть, теперь дело за шмыгалем он там в себе определится со своими подчиненными, наверное, кого необходимо призвать. Вот такой еще очень важный вопрос хочу с вами обсудить. Я лично перечитал этот указ несколько раз внимательно. Именно для этого я его оставил в описании, чтобы вы тоже смогли его перечитать. Я в указе не нашел нигде пункта о том, что не будут призывать, как ранее это делалось при прошлом президенте. Порошенко не призывали с 18 до 20 лет. Хотя в законе о воинском обязанности написано с 18 до 27 лет должны призвать. Но он делал такую, скажем так, отсрочку, давал, давал возможность подступить в учебное заведение из 20 лет. В новом указе нашего президента Зеленского такого пункта нету. То есть действуем по аналогии, соответственно, применяется закон. В законе четко написано с 18 до 27 лет. И если не будет каких-то внесено изменений, поправок, что-то там не поменяется, не подкорректируется, то, соответственно, будут призывать уже с 18 лет. Вот такой вот могу я сделать как вывод, как юрист, прочитав данный указ президента. Если у вас там есть какая-то еще мысль, какая-то есть, может, другая информация, обязательно поделитесь ею в комментариях к этому видеоролику. Жду ваших комментариев, дорогие друзья. Если вам нужны мои платные услуги, либо платные консультации, связывайтесь со мной по ссылочке в описании к данному видеоролику. На этом, друзья, наверное, закончим. Рад был с вами увидеться, хоть и заочно. Ставьте пальцы Вверх, подписывайтесь на канал. Благодарю за внимание. Пока-пока-пока.